Дорогие друзья и гости моего канала, здравствуйте! Сегодня показываю вам видео об своих эхиноцеях, которые у меня растут в саду. Эта эхиноцея называется белый лебедь. Я ее вырастила из семян. Высота ее около 80 сантиметров. Размер цветка где-то около 10 сантиметров. Мощное такое, не раскидистое растение, прямо стоячее. Это эхиноцея Milkshake. Растения мощные, устойчивые к болезням. Высотой где-то 85, может быть чуть выше. Ширина где-то 60 сантиметров. Цветки крупные, помпоны с юбочкой такой сливочного оттенка. На прямо растущих жестких стеблях. Сорт отличается наличием большого количества боковых побегов. Это делает ее еще больше высокодекоративным таким кустом. У данного сорта эхиноцеи листья овально узкие, опушенные, зубчатые. Цветы где-то до 12 сантиметров в диаметре. Эхиноцея Eccentric Yellow. Новая версия сногсшибательной эхиноцеи Eccentric в желтом цвете. Махровый шаровидный помпон, солнечно-желтый, и крупные нижние лепестки отогнуты. Эхиноцея Summer Candy. Цветки рубиново-розовые, помпонные. Растения компактные, прочные. Цветет в июле где-то до сентября месяца. Высота 70 сантиметров.